Hello, ladies and gentlemen, this is the Hunter Primal. Let's go. Лайкни меня, пожалуйста. Отлично, начинаем, выбираем игрока. Допустим, тебя, да? Окей. Или блондиночку. Я не знаю, кого выбрать. Тебя, давайте тебя выберем. Часть по-русски написана, часть не по-русски. Так, отлично, начинаем старт. Первая миссия. Ну что ж, ребятки, посмотрим эту замечательную игрушку. Играю первый раз, это первый взгляд, первый обзор. Надеюсь, ты меня поддержишь таки пальцем вверх. Очень сильно это надеюсь. И мы начинаем. Так, собственно говоря, что я тут должен выбрать свое оружие? Это с какого левела будет доступно? Мне пока что ничего не доступно. Я высадился где-то. Почему не по-русски? Обещали, что по-русски будет. Так, вот, я высадился на каком-то корабле. Я так понимаю, это вот этот. Что такое? Бамбук какой-то. Так, окей, может тут что-то есть? А, тут, походу, ничего нету. Нажмите Е, пишут. Окей, нажимаю Е, тут мое снаряжение. У меня ни винтовок, ни ножа, ничего нету, в общем. Так, а что такое вообще? А, я могу сюда ножик поставить. А, это какой-то чип. Ну, чип нет смысла ставить. Так, ладно. А, из сумки достать себе. Так, окей. Она у меня вообще есть? Где я? Подожди, тут корабль был. Где? Что случилось с кораблем? Кстати, прыгать тут нельзя. Это карта моя. Карта реально, ребят, карта просто огроменная. Если вам игрушка понравится, мы обязательно в нее продолжим играть. Мне сказали нажать Е, я нажал Е. Теперь смотрим инвентарь, у меня ничего нету. Так, ладно. А, я нажимал Q, и он сам идет автоматически. Бегать ты умеешь? Странно, почему-то бегать он не умеет. Так, у меня есть какая-то самодельная штуковина. Но ее ничего рубить не может. Самодельный мачете. Я могу вообще как-то ресурсы что-ли добывать? И как ты вообще бегаешь? Ты умеешь бегать? А, он может крастись. Вот он крадется. Так, ладно. А как вставать? Shift. А, Shift вставать. Кэтрол ложится. Подождать, видимо, не... Ух ты ж! Что там такое? Такое ощущение, что там то ли кит, то ли кто-то еще. Ну-ка встань. Шиф, значит, встать. Там какие-то большие волны, ребят. Может, какой-то первый динозавр? Вообще, игрушка про динозавров. То есть, тут будет много динозавров. Не знаю, сколько мы минут 20 поиграем. Может, 30. Но если вам игра понравится, то серии будет очень много. Так, очень интересно поизучать мир. Очуметь, он огроменный, ребят. Громадский просто мир. Так, ладно. Что такое? Давайте... Камень? Что, можно камень взять? А, почему не подсвечивается? Что, можно брать, что нельзя? Где камень вообще? А, так, это моя одежда. Я взял камень, но где он? В какой руке? А, ну я нажал на кнопку. Ладно, пока не очень понятно. Какой-то камень или порог. Плавать, к сожалению, я не умею. Почему ты так медленно идешь? Ты вообще крадешься, да? Вот ты крадешься, вот лежишь. Так, ну. А, я нажимаю C, и он вообще у меня бегает. Просто замечательно. Давайте пойдем в лес уже. Сколько можно уже тут бродить? Блин, у меня заканчивается энергия, то есть я долго так не могу пробегать. Нужно бегать потихоньку. Вообще ничего нету у меня. Нам надо быть хотя бы первого. Какого-нибудь динозавра найти. Ух ты, слышите?
Вы это слышите? Я слышу, но, к сожалению, не вижу. Я думаю, многим интересно. Мне всегда было тоже интересно поиграть в игрушку про динозавров. Какую-нибудь реалистичную. Парк юрского периода, елки-палки. Вы это слышите? Тут тихо. Я слышу, они гогочат. Очень близко. О, смотрите, какие маленькие. Блин. Их даже бить неохота. Маленький птеродактиль, ну-ка. Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш. Он, видите, подсвечивается. О, нифига себе. Первый на меня напал. О, блин. Вы это видели? Ребят, вы это видели? Я не хотел их бить. Они сами нападают. Так, готов еще один. Блин, ну они классные. Такие маленькие. Давайте посмотрим на них. Прикольно. Да где ты? Короче, я так понимаю, мне надо валить отсюда. Здоровье у меня уже на исходе. Че, они бегут за мной? Вот он, один. Блин, да сколько же вас? Еще один готов. У меня сил не хватит на то, чтобы отбиться. Так, ладно, уходим, уходим, уходим. Может, их как-то можно взять, что ли, чтобы изучить? Тебя нельзя взять? Блин, ну, детализация, конечно, супер. Мне нравится, ребят. Очень круто сделано. Так, интересно, кого я еще встречу? Вот это один из первых динозавров. И детализация, ребят, мне нравится. Игрушка 2015 года. Ну, детализация супер. Так, ладно. Я просто тут не очень знаю, что тут нужно делать. Как вообще, можно тебя подобрать, что ли, как-то? Ладно, я думаю, стоит идти дальше. Можно было тут какие-то лекарства добывать, было бы просто супер. Слишком мало взаимодействий. Игрушка суперская, ну, я должен какие-то лекарства бы добывать. Это как выживалка была бы, была бы просто игрушка на супер, на первом месте. Но, к сожалению, почему-то этого, наверное, тут нельзя делать. Так, захожу сюда, у меня пока что один вид оружия, и, в принципе, все. Мне нужно найти, я так понимаю, что-нибудь... Ух ты ж, как это красиво. Подождите. Это очень интересно. Если приглядеться на верхушке, по-моему, столб... Ребят, по-моему, там город какой-то на верхушке. Смотрите. Если присмотреться, мне кажется, поверху идет какие-то провода, электропровода, столбы. Либо мне кажется. Может, конечно, мне все-таки кажется. Но сейчас, ребят, как-нибудь потом пойдем в ту сторону. Посмотрим, поизучаем. Так, потом у меня будет время и на нарезку, и на все прочее. Давайте 100 пальцев наберем, и уже будет нарезка. Нарезка будет более интересна, то есть я не буду все прям показывать. Какие-нибудь интересные моменты. Так, ну тут превосходно, тут просто классно. Вид просто суперский. Ух ты, луна. Очень здорово, ребят, выглядит луна. Мне вообще нравится игрушка, когда выглядит небо, луна. В общем, когда смотришься, куда-нибудь соберешься на высоту и просто изумляешься. Вот, вот это именно та игрушка. Потрясающе. Потрясающе, очень красиво. Так, ладно, изучаем этот мир первых динозавров, в принципе. В принципе, мне повезло. Как пульнуть камень, я не знаю. А, вот он. Можно кинуть камень, можно подобрать его. Я его потерял уже. Камнями можно кидаться. То есть камни можно подбирать. Не знаю, правда, сколько штук. А потом ими можно будет бросаться. Так, давайте немножко пробежимся. Давай, пики, пики, беги. У тебя выносливость бы еще улучшалась. Было бы просто супер. Так, сейчас на холм поднимемся, посмотрим, что там такое. Может, мне кажется, почему-то мне кажется, там электропровода проходят. Может, это... Все, фигня. Так, смотрим.
Смотрите, а тут какие-то боксы. Я могу как-то их отметить на карте. Один я пропустил. Допустим, вот сюда встанем. Вот сюда встанем. Отлично. А, оружие. Так, ну ладно, у меня как-то это будет подсвечиваться. Где-то внизу. Что? А, это камень. Блин, тут опасно. Я могу погибнуть, мне кажется. Тихо, 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 тихо. Ну, куда мне еще идти? Давайте туда пойдем. Там какие-то постройки, ребята. Я же говорю, тут есть по-любому город. Так, так. Нет, 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 нет. Возможно, я умру сейчас. Может, я это зря сделал? Наклон слишком большой. Тут реально можно погибнуть. Я вижу мышку, ребята. Раньше мышки были. Большого динозавра мы пока что не повстречали. Было бы здорово, если бы мы его увидели. В принципе, нормально. Я думал, я упаду. Тихо, 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 тихо. Здоровья не так уж много. Нужно поберечь себя. Так, я вот где-то рядом. Где-то рядом должно быть тут ништяки. Нам нужно искать эти специальные штуки. Кстати, а где мой радар? У меня же должен был быть радар. Экипировка. На что нажать, чтобы был радар? А, все, 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 я понял. Видите, написано табуляция. Табуляция это 1, 2, 3. Тут 4 будет, а тут 5. И табуляция это я вызываю. Так вот, отлично. Так вот, нам надо туда. Ты что, повернуться не можешь? Что со мной случилось? Встань давай уже. Я не знаю, что-то со мной не так. Ты ползешь, нет? Так. Странно. Так, ребят, все, я разобрался. Так, отлично. Мы подходим к ящику. Его можно будет открыть. Что там? Давайте все заберем. О, тут есть стрелы. Прикольно. Прикольненько. Так, ладно. Продолжим. Нажимаем на 2. У меня 4 стрелы. Причем они такие тонкие-тонкие. Так, натягиваем, можно будет стрелять. Прикольно. А если я сюда в дерево? Ну-ка. Смогу ли я подобрать стрелу? Подожди, я стрелю, что нельзя подобрать? Глубоко засело, смотрите. Так, ладно, давайте нажмем на карту. Тут еще рядом есть ресурсы. Где-то вот с той стороны будет. Надо было начинать с того, что по поиску ресурсов. Какой-то камень есть. Во-первых, да, вот он чемодан, еще один. Давайте посмотрим, что у нас там. Ой, перчатки, отлично. Я все возьму. 13 стрел, это очень круто. Также я смогу будет переобуться. А какие лучше ботинки, интересно? Я не знаю, какие лучше ботинки. Вот стрелы, в принципе, можно мне выкинуть. Они уже нам не так нужны, не так сильно нужны. Тут еще что-то интересное. Что такое? Это энергия? Будто что-то... Я не понял. Какое-то послание. Так, и более я не вижу ничего. Думаю, стоит идти дальше.
Так, у меня есть стрелы, если встретим какого-то динозавра. Если мелких, можно будет так отбиваться. Смотрите, это специально делали базу от динозавров. Видите, как колья сделаны. Ну, базу все равно разбили их. То, что вполне возможно, тут есть люди и город какой-нибудь. Так, тут я никого не слышу. Но есть большой пень. Тут у нас будет, нет, большой динозавр. Так, что у нас по карте? Я не знаю, куда пойдем. А, это то, что мы прошли, да? Ну, давайте вперед, я думаю, стоит идти. Какие здоровые деревья. Если луна заходит, сейчас день наступает. Слышите? Какой-то динозавр. Так, ладно. Давайте лучше возьмем радар. Там, кстати, у нас где-то с той стороны помечена точка. До точки осталось еще долго-долго километров. Сколько я километров вообще прошел, тут написано. Даже не знаю, куда идти. Но тут горы. Зачем мне эти горы? Мне надо вдоль гор идти. То какие-то звуки начались. Не забываем бежать. Пока не видно динозавров, но они явно должны быть. Я вам потом показал вам всех динозавров. Нужна нарезка какая-нибудь. Так, сейчас 3 часа что, ночи? 3 часа утра. Пока что мы нашли только стрелы. Ну, лучше что-то, чем ничего. В игру надо минут 30 сыграть, наверное. Так, я иду пока дальше. Прямо, может быть, кого-нибудь заметим. Но пока ничего не видно. Но по-любому тут кто-то должен быть. Это пени такие большие. Может, на гору поднимемся? Вообще-то реально. Давайте я пока что отключусь. Так, ребят, смотрите. Я сейчас где-то на отшибе. А там то ли туча, то ли какое-то извержение. Видите, черные-черные такие тучи. Что это, интересно, такое? Или сейчас дождик пойдет? Нифига себе, какая планета. Здоровенная. Это уже не Луна, ребят. То есть мы не на планете Земля, я так понимаю, потому что на планете Земля есть только Луна. Это здоровенная какая-то планета непонятная. Офигеть, очень-очень-очень круто, очень красиво сделал. Мне самому стало интересно изучить этот мир. Ну что ж, давайте еще побродим. Но пока ничего примечательного нету. Давайте я опять отключусь. Так, ребят, я включаюсь, мне кажется, тут что-то будет интересное. Во-первых, тут есть два ящика, но, скорее всего, они наверху. Во-вторых, мне кажется, я слышал какой-то то ли рев, то ли что-то непонятное. Вообще не знаю, зачем я вниз спустился. О, слышите? Я только я слышу. Вот, вот, вот. И где оно? Явный рев был. Мне кажется. Нет, был, был, был. Как бы мне подняться на горку? Тут есть какой-то подъем. Я вот не вижу, чтобы тут был подъем. Мне кажется, я теперь никогда не поднимусь. А наверху самые ништяки. Блин.
Может, там выступы есть? Что такое? Тут как будто бы растение подсвечивается. А это мышка? А мышку можно взять? Ну-ка, 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 ну-ка. Я слышал рев, ну где он? Воу! Это уже большой. Так, ну-ка. Так, прицелься. Нет. Это первая смерть была. А чем его убивать? Блин, стрелы его не берут. Так, за деньги можно что-то покупать. У меня пока что нету. Аккаунт баланс 0 гг. Можно маскировку взять, снаряжение. Вообще прикольно поизучать, конечно же. Окружающий мир. Так вот, я опять сюда попадаю. Нам предлагают забрать все ништяки. Мы все берем. Так, все, закрываем это все дело. И оно, по идее, исчезает. Сразу оно исчезло. Видите, а мы рандомно куда-то попадаем. Вон там я умер, смотрите. Вот моя смерть. Я, видимо, могу забрать свои ништяки. Так, прикольно. Так, ладно, и куда нам идти? Тут были какие-то тоже ништяки. Вот если я сюда пойду, то, в принципе, я куда нужно попаду. Сейчас мне мачете не нужен. Так, тут мы были. Я просто немножечко сейчас поброжу. Скажите, меня куда-нибудь бросили там, где пока что нету динозавров сильных. Я надеюсь на это. Вообще просто интересно походить, поизучать мир. И если вам игра понравится, я сейчас сделаю уже нарезку, чтобы не так скучно было. Часа 2-3 поиграю. И сделаю там 20-минутное, 30-минутное видео. Оставлю все самое интересное. Так что поддерживайте, ставьте пальцы вверх. Ну, красивая игрушка вообще. Что такое? Ядовитое растение. Нифига себе. Тут есть ядовитое растение, к которому лучше не приближаться. А все, оно один раз только, да? Я свой выпустил. Так, интересно очень. Как-то я так не заметил его. Ну все. Теперь не действует яд на меня. Блин, шикарно. В эту игру я обязательно поиграю. А вам самое интересное покажу потом. А, обалденски круто. Вот сюда нельзя попадать, смотрите, вот сейчас вы увидите. Он какой-то пыльцой. Пыльца очень плохая. Вот, ребят, почти пришли. Я думаю, нам стоит дойти до туда. Сейчас идем по воде. То ли город, то ли что такое там на горах. Или это деревья такие. Кажется, что там целый город какой-то. Мне кажется, тут сложно построить город, если тут и динозавры есть, живут. Они же разрушат все. Так, почти что дошли, вон, видите, на карте. И там какой-то костер, что ли, непонятно. То ли костер, то ли что там. Мы уже бежим туда. Там явно что-то интересное. О, нет. Вы это слышали? Вон он большой какой!
Издалека я вижу его. Как я его убью? Вы видите, вон он бежит. Вот сейчас он на гору поднимется. Вот он. Обалдеть, это Т-рекс. Нифига себе, он здоровый. Завораживающе. Так, где? Давайте уже найдем эти. Там еще здоровый. Кажется, он не заметил. Почему меня? Почему он меня не заметил? Так, тут костер. Ладно, давайте откроем. Там должно быть что-то кайфовое. О, нет! Нет. 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 Вах ты ж, елки-палки. Ну тут уже без вариантов. Блин. Печально. Ну что же, ребят. Хочешь продолжение, хочешь какую-нибудь крутую нарезку, подержи пальцем вверх, можешь подписаться на канал. Мы обязательно еще поиграем, поизучаем этот мир. С вами был Дарья, всем скоро. Пока-пока.